друзья, всем ассаламу алейкум. Очередная поездка сегодня у нас тоже в далекие края, на далекие вершины. Постараемся сегодня подняться. Только выехали из села Касумкент Сулеймансарского района. Все интересное самое впереди. Не отключайтесь. Впереди горы, обрывы, каньоны, пейзажи. Очень интересные места будут. Всем приятного просмотра. Друзья, вот таким макаром проезжаем село Аликент. В сторону направления села Цумур. Сейчас будем выезжать из Аликента. Али Дин Хюр. Салам алейкум, передаю жителям. Вот, практически проехали село. Сейчас у нас начнутся интересные виды. Все, друзья, выехали из села. Теперь вот, как видите, начинаются вот такие картины. Интересные. Главное успеть что-то записать, пока светло. А то солнце полностью сядет, уже нечего будет снимать. Салам алейкум, друзья. Всех приветствую. Подписчики, просто гости и все, кто смотрит канал. Мы сейчас находимся в Дагестане, на южной стороне Республики Дагестан. Отправляемся в горные маршруты. Сейчас покажу интересные виды. Здесь, в этом месте, когда-то разрушилась дорога, она осталась сейчас внизу. А вот эту вот через гору выше сделали, провели такую вот дорогу, чтобы люди могли передвигаться. Поворачиваем налево и едем, короче. Асфальт закончился, теперь начинается грунтовка. Сейчас проедем по такому интересному мостику. Первая остановка, вот откуда мы приехали, поднялись сюда, со стороны Касумкента. Отсюда также видно село под названием Цумур. Вот такие, короче, места.
проезжаем. Доехали в село Гачалкен. Сейчас потихоньку будем подниматься туда. И через это село будем ехать дальше. Начинается грязь. Тут очень долго высыхают эти места. Но мы пока без переднего моста едем. Так, вот такие вот препятствия начинаются. Но Хантер пока что с легкостью все проходит. Без всяких проблем. Даже не чувствует эти дороги. Мишка едет. Сегодня было днем тоже открытое, чистое, синее. Вот до сих пор передается цвет неба, несмотря на то, что уже солнце практически село. Друзья, настало время включать передний мост. Потому что впереди предстоит серьезная дорога. Тут серьезная грязь. Еще колея в разные стороны. Даже вот в некоторых местах снег еще лежит. Вот. Все, сели, короче. Короче, не сдается. Короче, друзья, капитально сели. Нормально сели, короче. Эта сторона попала прям вот, что заднее колесо. Села вот на такой глубине льда. Провалилась. Передняя вообще провалилась под лед.
Короче, вот так вот скользит, та сторона буксует и никуда не двигается. А здесь обрыв. Тут нужно как-нибудь грамотно все сделать и выехать попытаться. Потому что впереди очень много дороги еще. Короче, друзья, ничего нам не помогает. Будем пилить лед. И ветки подложили, и что только не пытались. Вот такие глыбы льда, короче. Вот что держало колесо. 30 сантиметров толщины. Друзья, полчаса уже застряли вот так вот в таком виде, полностью в грязи. Машина стоит пока. Пилим, ломаем лед. Застряли в таком ущелье. Пока без успехов. Сейчас пытаемся допилить остатки льда под машиной. Ну, думаю, сейчас выберемся. В любом случае здесь не планируем остаться. Так что, друзья, не отключайтесь. Все в грязи. Все, абсолютно все. Даже фонарики упали. Попробуй назад. Назад попробуй. Ура, друзья. Поставьте лайки. Багажник открытый. Вот где мы застряли. Смотрите, какая толщина льда. Просто неудачно сели. Прям все колеса попали вот такой, в такую вот колью. Правая сторона здесь застряла. Буксовала здесь, вот здесь шлифовала она. Пошли, пошли. Нам надо еще ехать, вот сколько глыбы. Так вот, друзья, выехали мы оттуда. Наш маршрут продолжается. Препятствие осталось позади. Без приключений, как говорится, бывает совсем скучно. Это то, что естественно, это должно происходить.
наоборот. Интереснее так проезжать такие места. По таким дорогам спускаемся, поднимаемся, застреваем. В горах еще снег в некоторых местах лежит. Где-то тает, поэтому грязи много. Не совсем прям так просто проезжать, преодолевать такие места. Здесь тоже не совсем удачное место. Пойдем с колеи. Вот какой вид приобрел у вас после того самого места, где мы остановились. Незапланированная была остановка, но ничего, мы ее преодолели. Эта сторона более-менее, потому что буксовала та сторона. Этот обрыв, друзья, не могу описать. Который находится вот сейчас в этом направлении, куда снимает камеру. Слышно шум реки даже внизу.
пошла пониженная передача. И спокойно, без нагрузки идем. Вот такой вот дом стоит в горах. Луна выглядывает за горами. Но здесь, наверное, никто не живет. Нам еще ехать и ехать, друзья. Мы дальше поедем, не будем здесь останавливаться долго. Подниматься. Давай еще. Стоп! Здесь просто пропасть, друзья. Серьезное место. Давай, еще назад. Короче, друзья, мы отсюда приехали, вот так вот, сейчас нам нужно, насколько я понял, нам нужно подниматься вот сюда. Короче, нам надо подняться вот туда. Там просто нереальный обрыв. Ну, умудрились, короче, здесь развернуть машину. Вот на этом маленьком участке. Главное не упасть вон туда. Главное здесь остановиться, потому что здесь лед, а тут дальше уже идет полностью обрыв. Неудачно. Сейчас встал, прям очень опасно.
Ровно, ровно, ровно. Нет, левее, левее возьми. Ровно делай руль. Левее возьми, левее. Давай, давай. Давай, давай, давай. Левее, левее. Короче, всеми усилиями попытались несколько раз, пока что все безуспешно. Но думаю, проедем тоже. Сейчас немного отдыха наберемся. И еще раз попробуем. Ну, в планах проехать в любом случае. Сейчас Мишка тоже немножко отдохнет. Потом дальше начнем продолжение попыток. Итак, друзья, еще одна попытка. Место на самом деле очень опасное. Плохо, что сейчас ночное время. Не все как бы понятно, видно, что этот подъем из себя представляет. Это рыхлая земля. Вот он, подъем идет вот так вот. Вот так вот начинается и все выше и выше и выше идет. Вот отсюда сюда заехали на этом маленьком куске. Вот от обрыва до скалы вот машина стоит. Вот здесь вот развернулись. Теперь нужно подняться вот сюда. Раскатывает дорога. Короче, он решил раскатать, потом проехать. Ну, по крайней мере, попробовать так. А то сразу разбрасывает сюда машину. Машалла. Проехал. Вот что значит знаток своего дела. Надо было сразу так попробовать. Сначала раскатать, а потом проехать. Да. Короче, у меня нету слов. Теперь я иду на пониженной. Подъем. Поднялись, короче, сюда. Но теперь стоит другое, но впереди вот что стоит. Дерево, короче, упало. Тут тоже подъем. Не совсем приятный. Тут, короче, вот прямо на дороге лежит дерево. Чувствую, опять бензопилу придется заводить. Вот откуда мы поднялись. Все больше и больше подъемов. Мишка стоит. Друзья, опять до нужного места мы не доехали.
Думали одно дерево. Тут и не одно дерево, тут их много. Вся дорога забита деревьями. Тут просто кошмар. Это вот вся проезжая часть, она и так узкая. Отсюда вот все упало. Там упали деревья, вот здесь упали. Вон то дерево упало, здесь разбилось, разломалось на куски. Так что как-то вот так вот. Не знаю, сейчас что получится. До финиша доедем или нет, пока неизвестно. Сейчас посмотрим, что пила скажет. Может, распилим, уберем в сторону. Все. Пила в деле. Короче, цепь тоже слетела с пилы. Ключей нет с собой. Пришлось вручную расчистить дорогу. Вот сколько работы мы проделали. Пару штук осталось. Остальное все забросили вот сюда, с обрыва. Друзья, путешествие затянулось. Дорога затянулась очень сильно. Здесь холодно в этой местности. Так, потому что поднялись высоко. Сейчас стоим, застряли вот в этом ущелье. Из-за этих деревьев, упавших на дорогу. Почти все разобрали, чуть-чуть осталось. Но сил, честно говоря, уже не было. Поэтому сейчас решили немножко сделать отдых небольшой. Чай попьем. Отдохнем и дальше поедем. Там осталось 2-3 штучки раскидать с дороги, крупные ветки. Вот, и дальше, думаю, поедем. Поэтому сначала, друзья, чайку. Замерзли, холодно, честно говоря. 2 кружки. Поедем сейчас, чай попьем, поедем дальше. О, самый раз для чудо-печки. Короче, пришлось вытащить вот такую пилу маленькую. Следопыт. Сейчас этой пилой добьем это место. Бензопила сломалась. Думали, чай попьем. Решили чуть-чуть, короче, подкрепиться, бодрость поднять себе. Поэтому завариваем кофе прямо на этом же месте. Вот остались только самые крупные. Кофейку попьем и потихоньку будем
подниматься дальше. Думаю, доедем. Самое главное, чтобы сейчас фокуса не было. Там впереди еще хуже место. Вот мы здесь потеряли час где-то, пока расчистили вот эти от деревьев дорогу. Главное, чтобы сейчас метров через 100-200 еще такое, еще похуже, чтобы места не было. Тогда уж придется точно развернуться, поехать уже в обратную сторону домой. Сейчас кофе попьем, друзья. Дальше поедем, поэтому не отключайтесь, сделайте пока себе паузу. Мы тоже попьем кофе, потому что мы тут реально физически поработали. Пока еще не отключаемся. Продолжение сейчас будет еще интересное, наверное. Все, друзья, пошли на подъем. Так, мы тут домкратили дерево. Надо домкрат забрать. Вот такой здесь обрыв. Поднялись, домкрат забрали. Препятствия с деревьями прошли. Вот прям. Полметра нету даже. Вот здесь вот обрыв, внизу река. Короче, был сильный ветер. Последствия этого. Надеюсь, что дальше нету таких мест. Короче, еще одна преграда. Еще одна серьезная преграда. Думали, проехались, короче. Проехались, конечно. Но где-то 150 метров. Тут нас очередное встречает дерево. Очередное дерево нас встречает здесь. Надо теперь его как-нибудь убрать с дороги. Как будто все подложено. Мишка стоит. Просит, чтобы освободили дорогу. Тут, друзья, этой пилой уже вопрос не решить с этим деревом. Эта пила уже не спасет. Тут только сейчас, если его получится сдвинуть вдвоем туда, в ту сторону, сбросить его в обрыв. Тем более оно уперлось прямо вот сюда, в землю.
Честно говоря, уже замотались, устали. Но осталось тоже чуть-чуть. Поэтому хочется доехать уже, куда изначально направлялись. Думаю, сейчас его осилим вдвоем. И тронемся дальше. Давай, давай. Мишка просит, чтобы ему только освобождали трассу. Дальше, говорит, я проеду. Провезу вас. И на этом, друзья, доехали мы туда, куда направлялись. Происшествия произошли, ну, без приключений не бывает в горах, особенно после таких серьезных ветров. Так что самое главное, доехали. Друзья, это место я вам решил показать поподробнее, как все это выглядит. Вот так вот проваливаюсь конкретно в листья. Целый холм из листьев. Смотрите, где дорога. Ну-ка, я отсюда сейчас пойду. Как будто собрали сюда и выгрузили из машины. Поехали!
освободили хоть дорогу. Тут реально глубоко было, походу. Вот, а это можно увезти домой. Гербарий будем делать. Короче, все, что осталось, увезем на капоте с собой. Маскировка хорошая получилась. Давай, еще одно удивительное место покажем нашим подписчикам. Короче, собираем перед собой. Короче, что чувствую, мы теперь, короче, с лопатами сейчас будем листья убирать перед машиной. Гору собрали вот такую, смотрите. Тут даже из машины не выйти. Короче, я выше колен провалился сюда. Тут невозможно, вот УАЗик почти утонул. Хантер утонул в листьях. В листьях. Не знаю, что сказать. Попробую пройти вперед. Будем пробовать с разгону. Но тут реальная гора. Вы посмотрите вон вот на это. Это что за препятствие? Я уже на лапах поднимаюсь сюда. О, все, упал я. Упал я. Не, не поедет, я думаю. Друзья, это что за препятствие? Вы когда-нибудь попадали в такие ситуации? Пишите мне комментарии, что вы, какие у вас ощущения, эмоции. Вот такими путями проходим, короче. Опа, я упал. Все, я провалился. Охренеть. Смотрите, что здесь происходит. Вся дорога в листьях, 2 метра. Все, я опять, короче, тут не угадаешь, короче, тут сплошная ловушка. Тут не угадаешь. Только ногу ставишь, и все падает вниз. Короче, вы сами видели. Ставьте лайки, друзья. Такое не каждый день можно увидеть. Решетка почистила. Как я и говорю, сегодня день препятствий. То листья нам не дают проехать, то деревья. Сегодня ночь приключений.
еще одно. Не, поцарапаешь. Давай, поцарапаешь, давай уберем вот эти большие. Потихоньку, друзья, спускаемся уже по другой дороге, куда планировали добрались. И тут у нас очередное препятствие. Давай, езжай. Дверь аккуратно. Сегодня машина что только не увидела. Грязь, лед, снег, деревья и даже листья, друзья. Доехали до села Ругун. Тут озеро. Ну, камера не передает. Потом приложу фотографии сюда. Озеро Каур называется в горах. Расположено вот прям, как будто в котле находится кругом. Вот он. Периметр весь расположен в горах, вот так вот. А вот внизу здесь озеро огромное. Сейчас небольшой отдых. Подышать горным воздухом. И дальше тронуться. Осталось чуть-чуть. Скоро доедем до асфальтированной дороги. Ну, пару сел еще осталось горных. Дальше уже доедем до асфальта. И доедем уже до села. Озеро Каур остается в горах. Мы едем в сторону Касумкента. Покидаем это место.
Все, застряли. Снова застряли. Оказывается, передняя трансмиссия была отключена. Вот в чем стоял вопрос. Все. Уже не застряли. Опять этот весенний листопад, друзья. Здесь не столько, как было перед этим. Подъезжаем к цивилизации. Уже вдали видно большое село. Село Кахту. Еще пару километров осталось. Доедем до села Кахту. И на этом завершим этот маршрут. Уже, честно говоря, устали. Поедем по домам. Все, наконец доехали до асфальтированной дороги. Собственно, уже проезжаем село. Само село Кахту. Интересный маршрут. Я думал, мы быстро доедем туда и обратно. На самом деле получилось очень интересно с препятствиями, с этими листьями, которые были на трассе, на горной дороге. То есть я уже на трассу выехал, я уже про трассу разговариваю. Все, друзья, на этом все.
Всем спасибо за просмотр, за поддержку. До скорых встреч. Всем салам алейкум. Всем пока. Делаем Хантеру, нашей Мишке, который нас повез туда, водные процедуры. И на этом сегодня разъезжаемся, друзья. До скорых встреч!